Всех приветствую, мои дорогие. Я только что прибежала с почты. И сейчас хочу показать, что вам пришло. Я для своей дочки заказывала подарок. Вот он, подарок этот мне пришел. Это будет один из подарков на ее день рождения. И вот сейчас вам хочу показать. Я еще сама не смотрела. Я вот только скотч сняла, открыла коробку. И вот в коробке вот такой бумажный пакет. Давайте его достанем. Больше в коробке ничего нет, как вы видите. Вот такой вот пакетик. И давайте посмотрим, что же у нас в этом пакете. Открываем аккуратно. Смотрим. В пакете ничего больше нету. И посмотрите, какая здесь прелесть. Вот такие зайки. Это зайки ручной работы. Я их заказала у одной женщины, которая сама их делает. Вот такие зайки симпатичные. Я сначала заказала одну зайку, но потом решила, что две будут поинтересней. Вот посмотрите, какие глазки, какие реснички. Я извиняюсь за посторонний шум, потому что у меня сейчас старшие дети с малышкой играют. Она немножко капризничает. Вот, вот эту зайку зовут Пупсёна. Таким именем она породовалась. Вот такая очень-очень миленькая. Хвостик вот такой. Кстати, лапки двигаются. И вот такой зайка. Он продавался под именем Лаки. Вот такой тоже красивый, с ресничками. Вот здесь такой у него четырехлистник, на счастье. Вот такой тоже с хвостиком. Посмотрите, какие они просто-просто прелестные. Ростом они где-то 23 сантиметра. Вот так они выглядят. Такие хорошенькие. Вы видите, какой материал на ушках, такой и на ножках. Вот все двигается. Такие они миленькие. Мне кажется, очень прелестные. Моей дочке они точно понравятся. Я еще не знаю, или я их подарю обоих дочке, или один будет для старшей дочки, второй будет для младшей дочки. Ну, вот такие вот они прелестные, потому что у меня у троих детей дни рождения летом. И поэтому летом у нас пора подарков. Вот. Вот такие милые, примилые, на мой взгляд, зайчики. И это было все видео. Всем огромнейшее спасибо за внимание, за ваши лайки, за комментарии, за подписки. И до новых встреч!